Добрый вечер. Меня хорошо слышно? Даже слишком. Добрый вечер. Меня зовут Максим Шраев, и я заведую здесь в Бостон-колледже кафедрой славянских и восточных языков, а также руковожу программой по еврейским исследованиям. Я очень рад вас всех приветствовать. Вы, наверное, знаете, по крайней мере, некоторые из вас, что уже 8 лет у нас в Бостон-колледже проходят крэпсовские чтения. Сегодняшние крэпсовские чтения шестые. И это специальный проект, посвященный творчеству русскоязычных писателей, живущих и пишущих в эмиграции. И, конечно же, эта серия посвящена памяти нашего покойного друга и коллеги Михаила Крэпса, поэта и литературоведа, который преподавал на нашей кафедре в Бостон-колледже с 1981 года до смерти в 1994 году. Некоторые из вас, мне это известно доподлинно, лично знали Крэпса, и на самом деле из сегодняшних выступающих авторов, по-моему, трое выступали с Крэпсом неоднократно на словистических конференциях и на вечерах, но тем не менее я позволю себе несколько слов сказать о Крэпсе и зачитать несколько его стихотворений, чтобы тем самым почтить его память. Миша Крэпс, ленинградец, родился в 1940 году, получил филологическое образование и был по образованию английским, преподавал в Герценском институте. Эмигрировал в 1974 году и здесь получил докторскую степень в Берклийском университете, после чего через несколько лет занял профессорское место здесь, в Бостон-колледже. Как литературовед, Крэпс – автор нескольких монографий, книги «Техника комического» Зощенко, книги Булгакова Пастернака как романисты и, пожалуй, книги, которая стала его самым важным вкладом литературу и отеческую науку, книги о поэзии Бродского. Эта книга была первой книгой о Бродском и до сих пор остается одной из лучших, хотя они западные словисты незаслуженно умалчивают. Но Крэпс был не только литературоведом, но, конечно же, и поэтом. И как поэт он начал печататься уже здесь. Его первая книга «Интервью с птицей Феникс» вышла в 1986 году, вслед за ней «Бутон головы» в 1987 году. Еще при жизни Крэпс опубликовался и в «Новой России» книгой «Русский пигмалион». И, пожалуй, его самым мощнейшим поэтическим достижением – книгой «Палиндромов» или «Перевертышей», то есть стихов, которые читаются совершенно слева направо, справа налево, налево книгой «Мухи и ху». Эта книга совершенно неповторима. Вы, конечно, знаете, что для многих русских поэтов своего рода соблазн сочинять палиндромы, и Хлебников достиг в этом большого совершенства, Сербинский, Набоков сочинял некоторые палиндромы, но, пожалуй, никому, кроме Крэпса, а также современной поэтессе Татьяне Щербине, которая опубликовала палиндромический словарь, не удавалось сочинить целую книгу, причем это не книга как заумных палиндромов, это лирические, даже часто любовные палиндромы. Вот, собственно, и все. И я хотел бы зачитать несколько стихотворений Миши Крэпса, выбранных почти наугад. И два стихотворения из его ранних верлибров, потом два коротеньких палиндрома, и потом стихотворение в классической манере. А потом мы перейдем к непосредственной программе сегодняшнего вечера. Стихотворение, которое называется «Кошка с желтой звездой». Кто-то привязал к хвосту кошки консервную банку. Кошка бежит, банка гремит, мальчишки смеются. Прохожие оборачиваются.
Кто одобряет, кто осуждает. Кошка бежит, банка гремит, мальчишки смеются. Кошка с банкой напоминает человека с желтой звездой в левом верхнем углу рубашки. Человек бежал, звезда догорала, прохожие оборачивались, показывали пальцем, кто одобрял, кто осуждал, мальчишки смеялись. Откуда-то такое странное сопоставление. Человек со звездой совсем не похож на кошку. Разве кошку можно заставить саму к хвосту привязывать банку? Кошка бежит, банка гремит, мальчишки смеются. И еще один верлибр Крэпса, который называется «Зов предков». «Во мне живут все мои многочисленные предки. Дед, часовщик со стороны матери, получивший право жить в Петербурге, и дед-врач со стороны отца, получивший образование в Париже и в Вене, прадед-купец, владелец проходного дела в Крыму, и прадед Равин, владелец сердец в белорусском местечке, прапрадед-судья, поляк Моисеева закона, и прапрадед-маран, привозивший апельсины из Андалусии. Во мне живут все мои многочисленные предки, врачи и ремесленники, актеры и ювелиры, философы и торговцы, толмачи и менялы, сефарды и ашкенази, начетчики и талмудисты, пастухи и земледельцы, книжники и фарисеи, первые иудеи и первые христиане. Они протягивают костлявые руки из клеток моего тела, сверкают на меня через решетки недобрыми миндальными глазами. Дай нам дар речи. Воскресь, воскреси, почему ты молчишь? Если я им скажу, почему я молчу, они не поверят. И теперь два палиндрома из книги «Мухи и их ум». То есть это не палиндромы, а всего лишь отрывки из палиндромических поэм или палиндромических циклов. Вот это из палиндромической поэмы Крэпса, которая называется «День, вечер, ночь, утро». Вторая часть. Это, на мой взгляд, я прекрасно это помню, потому что мне довелось преподавать с Крэпсом в Мидлберийском колледже, в летней школе русского языка. Я прекрасно помню, как он их сочинял. Он сидел в общежитской комнате на кровати после того, как утром преподавал русскую поэзию американским аспирантам, и записывал в блокнотик всевозможные сочетания звуков, слов, и после этого из них странным образом выстраивались палиндромы, и хочется верить, что в каком-то смысле, может быть, его иудейская натура, оккультурированная в свое время в советских условиях, таким образом выражала себя, читаясь справа налево и не только слева направо. Но тем не менее, вот ранние палиндромы, они очень футуристические. Дарград, грот, торг, толп, оплот, зал, глаз, магазин, низа, гам, робы, выбор и еще вещей, в клубе букв, кабак, воздуха, худ, зов, и нет тени. От лаза залпа манежоном я дул блуд. И второй палиндром, более поздний, тоже отрывок из цикла палиндромов, который называется 1991 год. Лето, отель, царь там, матрац, араб, убара, дверь, сетелев, рати, гитар и имя над зданиями, ежись в саже, низин, неон зноен, на море роман, колец и целок, а дороги города, мото хохотом, милашка, как шалим, и мазал глазами маху-хам, а кто как водка, а маха-хам, я не дева заведения, тотчас усач тот, мото-идиотом, учурка закручу, ум ему не зело полезен, лето, отель, дорога за город, золото, лос, одела, талету. И последнее, это
стихотворение Крепса в классической манере из его посмертной книги «Космос. Петербург. Плечо». И, кстати сказать, Крепс перевел его на английский и читал сам, выступая перед американскими студентами. Стихотворение называется «Писатель», 1956 год, и вы сами поймете, о ком идет речь. «Ловить бы бабочек, как звонкие слова, на легких девочек, смотря тяжелым взглядом, перед читателем заморским трым трава, не соглядатаем, так хоть бы ним выглядом, в отчизне чопорной теперь не до ловит, и не до бабочек, а было ли иначе, все стройки до борьба, до чемоданный быт, России не до нас и не до фраз тем паче. Искусство это ром, а может, это бром, а может, дом, и прохожих удивляя, вот грузный он бежит с двустворчатым пером, с сачком на палочке, каменом догоняя». Вот несколько стихотворений Крепса, и теперь я с радостью перехожу к нашему выступлению как таковому. Спасибо, извини, когда мы были в коротком чтении, Крепс там был, по-моему. Конечно, это было последнее чтение, на котором, на словистической конференции от сил в Торонто, на котором выступал Леонид Буланов, Давид Шевченков, и мне тоже довелось принимать в нем участие, да. Так что в каком-то смысле сегодняшний состав, наверное, не случайно, да, Леонид? Итак, у нас четыре выступающих. Леонид Буланов, Павел Грушко, Петр Ильинский и Давид Шевченков. Мы будем выступать в алфавитном порядке, и будет некоторый регламент. После этого у вас будет возможность задать авторам вопросы, и после вопросов и ответов авторы представят свои новые книги, вы сможете их приобрести с автографами, и я надеюсь, что вы именно так поступите, потому что авторы питаются не только, правда же, по росой и Божьим духом, но еще и гонорарами и дохода. Так что это очень важно. Итак, Леонид Буланов. Леонид Буланов – ленинградец, родился в 1932 году, инженер по образованию, эмигрировал в 1981 году, жил в Питтсбурге, в Нью-Йорке, и теперь живет в Бостоне. Печатается с ранних 60-х годов и выпустил уже здесь, в эмиграции, две книги. Книгу «Четыре действия» 1992 года и книгу «Негатив неофита» 2001 года, а также широко печатается в журналах и альманахах как в эмиграции, так и на Западе. И я с большой радостью представляю вам Леонида Буланова. Спасибо. Мне сегодня дважды повезло. А можно без микрофона? Да. Хорошо слышно? Нет, мы без микрофона. Потом мне держать надо, а я руками. Я хочу сказать, что мне дважды повезло. Первый раз повезло, что меня пригласили, я вижу всех вас. И второй раз я в совершенно необыкновенной компании оказался. С одной стороны, за столом сидит Давид, царь Давид. Вспомните Ветхий Завет. А потом сидит Петр и Павел. И когда я думал, что знаете, обычно, когда начинаю читать, очень сложно, и знаешь, с чего начинать читать. Первое стихотворение, оно очень ответственное. А в этом случае я просто не имел приказа, я уже просто приготовился. И это стихотворение, посвященное Петру и Павлу. Кололи мне анестезию. Вокруг меня со всех сторон все те, кто верили в Мессию, иному, чем Синедрион. Но фарисейскими властями заказана для них тропа. Ах, эти первохристиане, еще не знавшие пропа. Везде гонимы, не в силе и нулевой величины. А ведь обрезанными были, а ведь чурались ветчины, дабы добыть для Павла, для Савла славу П вместо С и всех делов. Так Павел стал гонимым Савла, как я Булан добавил О. Ну вот не было, что там, сарказма только пруд-пруд.
пути. Никто меня с моим почетом любовно не прижмет к груди, а Павел был быстрее Вани, от Кипра и до Джерихо. Он больше наплодил посланий, чем Евтушенко Евп стихов. Кто сим посланиям не верит, и верит лишь пополам, пускай поедет на Кибелет и про Петра спросит там. Вам удивляться неохота, но повод есть разинуть рты. Три раза отрекался Петр и в результате стал святым. Понять легко, что воле некое быть вознесенным в виде стал. С утра петух прокукарекал и все расставил по местам. Деянием час и час тирады, кого пасти, чего блюсти, из всей апостольской бригады кому кормилие крестить, Петру, простом краю боли, как на ресторане суд бежу. А я, погрязнувши в море, на Петропавловском лежу, лежу, укован, но не болен. То импровер, то экстравер, который сам собой доволен. Дофилософствовался смело. И чтобы Давид на меня не обижался, ему тоже. Это псалмы царя Давида. Что это фраза и лозунг? Что знамен по хромам, оседают занозы визуальность псалма, регулируя лиру, нашалят шенкеля, шквал полета валькири, вязь полета шмеля, уютится сюита, сласть свое отшумев, сольной лирой Давида, на библейском холме став обрядов и бродов. Так смешались в стихах, так смешались в строках лапидарность полета с хлорофилом стиха. Вы отнимаете мое время по рекламе. Не надо нам поверить. Без времени, как время, свалявшееся в ком. Есть в каждой теореме ядро из аксиом, вокруг которых фронта, пейзаги и король, слагаясь про и контра, растягивают ноль, где циферблат, как время, в которое впрягли. Без времени есть время в картине удали, где стрелки, как живые свидетели интриг, провискнувших на выр безвременных берег, манящих, как к конусу, искомый компромисс. Уж лучше в руки посох, да легкий в спину бриз, да камень на раскуте, да стрелки у столба, да тряпочки лоскути для вытирания лба. Когда движение не звуки, а страхи только галлюцинации, в затонах временной реки, казалось, можно отлежаться, отдавши душу на прокат. Нужна наша душа, когда во сне ты, как для еврея Минометы, как для Гаргантюа Гаведы, как для Агетты Кастаньеты, как для бездомного планеты чужой пропащее тепло, как проститутки привезло, а Петербург Ленинград. Нирваны толика легка, когда постелью облака, когда спокойен, без души уже запроданный прокат, пусть наплевать, что за гроши, как книги Иудей Пилату, отделенное от души твое физическое тело заполнит временной затон, где Гамлет встретится с Отелло, начальником особого дела, уже передушившим смело потенциальных бездемон, где Золушка спится за Зелло, и где слепые то и дело читать стремятся между строк, где демагог плетет вино сонета эпитегор. Что за физическое тело душой твоей овладело, скорее даже группа тел, которая ничего не застит. Ты не даже ветер в энтузиасте, ты без души обычный хлястик,
с собой отстегнутый от власти, как от постели импотент. Бездушно подышавшись, Гёте в Зентоне, вы его поймете. Два стихотворения из парижского цикла. Реминисценции. Летишь без подтверждения жал. Я так хотел попасть в Париж, но разве есть аналог? Я с Эсигон, с Монтаном пел, молился на Монтене, теперь я вижу Сен-Шапел и Лувр, но тем не менее я словно загнутый в дугу тугой метаморфозом. Я на дистанции бегу, вот в ступне заносом, не пляс бегаю тому длиной и не себе кабеле. Мог праздник быть всегда со мной, как был с Хемингуэем, но он не потому не стал, что не было манеры карабкаться на пьедестал без своего размера. Но шарик прав, зайду в бистро, где кофе по карману, а в подсознании белодром и ржание пожара. Осенью 42 года французская полиция устроила облаву на евреев и собрала на парижском белодроме 12 880 человек. Среди них 1500 детей, отправленных затем в Освенцим. Безжалостно смотреть назад, казалось бы, нелепо, но все же детская слеза течет еще от них. При эмиссенции тише. И второе стихотворение мыслителя Роденовского. Какие мысли навещают мою склоненную голову? Какие жернова вращают? Какую тень освещают? С чем умираю? С чем живу? Не обязательно философ, но обязательно живой поставить прямо или косо колючий чистоту вопросов перед собой, перед тобой и в битве, в будни бесконечной, неосторожно. Необходимо разрубать то осторожно, то конечно, узлы и зло противоречия, чтобы синтезировать опять происходящее. На вратах все зарифмовано уже, разрушен храм, распят оратор, и каждый новый круг, как крат, и Бог в сравнинном блиндаже. Неистребимая триада, ответ, сомнение, вопрос. Судьба, триумф, как у фаната. Уже ли только брата А, ведущий в будущее мост? Еще две минуты есть? Я хотел бы читать несколько коротких стихотворений из раздела книги, которая называется «Черта оседлости». Из этого названия вам понятно, что это будет за стихи. Слова, значение которых есть динамит, в молитвах взрывчатых, как порох, когда они вневременная нить с наитием движения губ. Не знаю звука на иврите, но на слуху, как торок без альтернативы, всему предел. Последние слова Акивы. Шма, Израиль. Понял давно, что теология противоречия плодят. Я ноги выкручу, как йоги выкручивают, уходя порою в самосозерцание. Уйти, как в летописи имя, как Чернобыль был распад, забыв про собственное имя, про Петропавловский фасад, облепленный телами лета. Уйти в себя, услышать либо еще неясные пока стихи Давида на Нахиду или армейский пастуха, бродящего в Тивериаде, вкусить божественную ману спасительных перепелов, свою дорогу к Ханаану искать среди священных слов, объединенных пятикнижья, пока изломы революции историю перекроят, уйти, чтобы затем вернуться в небезупречность бытия и неизбежность диалога. Микеланджело, дай. Дай мне пять.
Боюсь, что героизм в раке слепой, ласкающий глаз. А так как мрамор в достатке, что с детства окружают нас героев греческие лица. И странные гимны поют певцы, еврею с улицы Уфицы, без Тариса и без Цицит. Но словно по лекалу дело, но прямо с Богом дело, то, что его потомок Шейлок, венецианцам не понял. А посему стоит устало, еще не царь, еще врачу, приговоренный к пьедесталу, еврей, терзающий пощу. И последнее стихотворение. Я в школе изучал родную речь, и тебе говорила Никита. За древнее Иордан не пересечь, тем более не выйти из них. Танцующий с тельцом эквивалент парящих легковерий и реалий, что мне судьба за деревья колен? Меня в 20 веке затеряли, просеяли меня сквозь решето, от Торы отделили и Талмуда, и в результате я не знаю, кто я был, я есть. Уж, конечно, Богу. Лишь понаслышке знаю про Кашу. На идыш мне описано, известно. Я на русском языке пишу свое парадоксальное еврейство, которым так и не был послан в цель. Диаспоры рассеянный раскол, бесследен я, как не попавший в цель исхода Моисеева осколок. Во мною не написанных эссе живу, самим собой полоскали. Не поспешил ли Ребе Моисей лишь 40 лет в песках не отыскали? Спасибо. Это выступал Леонид Булан. Наш следующий выступающий Павел Грушко. Родился в 1931 году в «Москвич». Павел Грушко – один из самых известных современных переводчиков с испанского на русский. Переводчик поэзии, прозы и драматургии. Среди его переводов стихи и не только стихи и проза таких знаменитых авторов, как Лорка, Хименес, Эрнандес, Пабло Неруда, Борхес, Кортасар и другие. Грушко также автор многочисленных пьес, стихов, среди которых вы, наверное, помните «Звезду и смерть» Хоакина Мурьетты, написанную по мотивам произведения Неруда. В эмиграции Павел Грушко с 2001 года. Его, как и у многих поэтов-переводчиков, его первая книга стихов вышла поздно, всего только лишь в 1999 году. Она называется «Заброшенный сад», и за ней последовала в 2003 году книга «Обнять кролика». Но при этом книги Грушко выходили в переводах на испанский, в Испании, в Мексике, в Перу, в других странах. Павел Грушко, я попрошу вас все-таки выступать с трибуны. С трибуны, да. В этой книге, которая вышла поздно, первые стихи до фильма 1955 года. И Евгений Евтушенко, который я очень люблю, мы с ним ровесник, он все-таки, кстати, поступает в Бостон. Чего вы сюда-то пришли? Я ему, когда свою первую книжку подарил, он сказал, где ты был? Я сказал, я был там же, где ты. Только ты ходил издательство «Сурфис», а я ходил в другие издательства. Я по образованию испанист. Я испанский язык знаю. Я даже не знаю, что читать. Хотел просто на губу открывать, так трудно выстраивать что-то. Но я вам прочитаю одно из стихотворений, которое ближе, да? Я вам прочитаю стихотворение, написанное совсем недавно здесь. Может быть, одно из самых последних. Оно как бы посвящено великим русским философам Бахтину и Лосеву. В эпоху Бахтина и ясновидца Лосева тревожная страна опасливо гундосила,
Убогие азы побрал бы дьявол пса того. Марксизма и язык казнами усатого. Вождь уважал язык не как язык ознания, а как поток улик, добытых предознаний. К тому же без языка не подобьешь итоги. Без языка тоска берет идеология. Я в те поры долбил испанский настоженьки. Улыбчивый дебил не знал я ничегошеньки о светлом бахтине и о провидце лосе. Они пришли ко мне, они меня не бросили. Там, где бытует зло, терзавший их разум, где снова слух свело казенными экстазами, целебный завет, деяние их упрямое. Не уставать от дел, искать само то самое. Может быть, вы помните, что «Самое-само» — это одна из книг Лосева. Ну, еще одна стихотворение, недавно написанное. Она говорит мне: «Да ладно тебе!» И я улыбаюсь, я жена на судьбе. Она убеждает: это бежевый цвет, и хотя он розовый, мне разницы нет. Говорю: жаль, Россия такая страна. А в Израиле лучше, вздыхает она. Я не был в Израиле, но давно хочу. Говорю: да ладно тебе, и я молчу. Она по душе мне пощетит след, пусть будет бежевый, мне разницы нет. И тоже одно из последних. На крыше дома сад с мансардой стеклянной. Я очень был бы рад там жить с моей желанной. Располагаться в ночь за столиком лакая, душистый виски, скотч, ликуя ночь какая. Уверен, в том саду на поднебесной крыше живут в любви, в ладу, в наитишайшей нише. Внизу житейский блуд, неимоверный хаос, а там покой, уют, таинственный пентхаус. И, может быть, там край всей жизненной печали. Врата, тот самый рай, где Петр гремит ключами. Ну, вот это из самых последних. А теперь в перемешку 50-х лет стихи и 60-х, и 90-х. Вот стихотворение, которое называется «Смерть вторая». Вы помните, что древние считали, что человек умирает, когда умирает последний, кто помнит человека. Смерть вторая. Немецкий рынок снится до сих пор. Его ряды, брусчатки и забор. Там мама довоенная, поныне. Кусочек просит вырезать из дыни. Все ярко, духовито, очень близко. Лук, помидоры, огурцы, редиска рукой достать. Китаец тянет мне: уди, уди. И главное, во сне себя я вижу, что довольно странно. И этот сон мне снится. Постоянно умирать мне страшно потому, что в смерть мою его я не возьму. И значит, с ним исчезнет без остатка то, что на миг меня ласкает кратко одной и той же нежной благостынью. Живая мама обнимает дым в ее последней жизни, чтоб со мной побыть, пока мне снится мир земной. Был к морю этот город пришвартован. Дома дымили в нем, как корабли. И в сумерках казалось, что готовы отчалить от приевшейся земли. Здесь вкусный воздух, остаемся, ладно. Цикадами зашелестел он глад, когда за рубль старинная веранда с откоса нас к созвездию вынесла. Твой шелковый затылок, как бельчонок, устало на моей ладони спит. И в лунной полумгле так явен стыд твоих настороженных плеч точеных. То мятую пахнет, то сонным сеном, в ногах горячим тестом пухнет кол, и рядом тихим зверем сокровенным клекочущий прибой в ночи живет. Не ведь зачем, в два года раз, не чаще, та ночь все ставит на свои места, в ее небытии все настоящее, и ты в ней так тревожна и чиста. Сегодня там война, и плачут дети, и город под страданиях изнемог. И кажется, что не было на свете твоих от меня летающихся ног. А это стихотворение посвящается Лиле Левите. Вы знаете, Левит Костин живет, очень хороший режиссер.
которых каждый год ставит пешу на английском языке. Вот Лили Левитиной я посвятил это стихотворение. «Заглядывал в себя и доходил до края, и там клубилось то, чему названия нет, поскольку нехто Бог или боязнь иная, не явность, а молва, вопрос, а не ответ. Заглядывал в себя и возвращался целым, почти всегда шел дождь, и серебрился сад, и было не понять, что за его пределом, какой на свете год, какой в краю уклад. А жизнь знал лишь то, что довелось очнуться, и что слиянием стал неведомых кровей, а смерти знал лишь то, что с ней не разминуться. А если в этой мгле просвет пойти правее, не мог разуметь, когда возникло время, куда оно летит, на время ли оно, и замысел, какой у этого творения, и для чего о нем нам мыслить суждено, заглядывал в себя, стыдясь и обмирая. Почти всегда шел дождь, и сад был в серебре, заглядывал в себя и доходил до края. И там один во всем себя искал, в себе. Все ждет утраты, чей черед, когда, когда-нибудь, однажды, непреложно. Любуюсь, вот листва, туман, вода. Допустим, что их в смерти видеть можно. Исчезновение твоего тепла никак не повлияло на погоду. Признайся, смерть твоя не нанесла ущерба энергичному народу. Всего грустней отсутствие твое в кругу родных на стайках на диване. И все же ты вкусил житье-бытье, его тревожное очарование. Чем это было? Свет слепил глаза, и разум твой перебирал все виды материи. Был снег, была гроза, любовь была, отчаяние, обиды. Была родная речь и торжество познания, бесцельного во многом. И смутное прозрение того, что люди робко нарекают Богом. При жизни наблюдать со стороны за жизнью любопытно и тревожно. Мы есть, нас нет, мы явь, мы просто сны. Когда-нибудь, однажды, непреложно, мы вес и тень утратим навсегда, расставшись с этим светлым захолустьем. Допустим, мы дышать пришли сюда на время. Время истекло. Допустим. Голубь в окне, на обыденность нашу глядящий, уж не с известием ли он, что просрочены сроки. Все обойдется, надеюсь, и город долбящий милостью неба очнется от горькой мороки. Все еще спят акварели твои и гуаши, чтобы тебя оживить, посидевшие кисти. Голубь в окне, озирающий помыслы наши, к нам он наведался только из птичьей корысти. Что ему надо, голубочку, только ли крошек? Все же, надеюсь, не с бухты барахты в окне он, уж не затем ли он жесткие перья и рожи, что не спаславши его на шутку разгневу. Что же он вызов своим вручением не бросил? Тихим отчаянием сами себя уморили. Скоро ли снег обелит наша грязная осень? Только и радости все русы профиль морили. Мою жену зовут Маша. У каждого в душе свой Бог, который лишь о нем печется. Мой говорит, что мне зачтется, скупая беглость двух-трех строк. Он просит вспоминать, как скуп обряд еды у неимущих, как сдерживает движение грущи, как робот зов стыдливых губ. Он уверяет простака, что нет значительной задачи длить бытие как можно кратче, не просто, но наверняка, не суетиться в толчее, уместно обходиться жестом, а владевать не скользким местом, а чистым временем, в луче. Ну и последний, я прочитаю вам фрагмент из одной из своих, из либретто, это для детского такого мюзикла, оперы современной, который называется «Дуня в джунглях». Там есть такая птица-сплетница, и вот что она говорит. Один генетик вывел чудо,
щетинистая доброхуда. Другой прищурился хитро и выдал шустрое злобро. На третьего нашла причуда скрестить злобро и доброхуда. Он поработал тяжело и выдал тихое хузло. Хузло скрестилось с доброхудом, дав дробозло в четыре пуда. Затем злобро и дробозло друг друга съели обоюдо. Хузло же съело доброхуда, от этого и померло. Осталось только худобро, которое как мир старо. Спасибо. Петр Ильинский, ленинградец, если я не ошибаюсь, родился в 1965 году, выпускник МГУ, многолетний сотрудник Гарвардского университета, ученый, биохимик и молекулярный биолог. И одновременно литератор, живет уже много лет в Бостоне. Среди выпущенных Ильинским книг стихи «Перемены цвета», вышедшие в Эдинбурге, всех возможных мест в Шотландии в 2001 году, сборник прозы «Резьба по камню», изданный в Петербурге 4 года назад, сборник «Долгий миг рождения», вышедший в Москве в 2004 году. Это историко-философские эссе, посвященные древнерусской истории, и вышли они в издании Российского гуманитарного университета. Петр Ильинский обозреватель информационно-аналитического сайта под названием global.rus.ru, правильно? И его многочисленные статьи, связанные с проблемами политологии и истории, печатаются в интернете и в печатных изданиях России и зарубежья. Петр Ильинский. Спасибо большое. И спасибо большое за приглашение. Я считаю, что то, что профессор Шрайер делает, совершенно замечательно. И когда еще представится возможность выступить в таком замечательном зале? Вот сначала я прочитаю несколько из той книги, о которой Максим говорит, «Перемены цвета». Она, хоть она вышла в 2001 году, сидит там гораздо более ранее, но вот книга эта существует, и надо считаться иногда, если мне что-то читать. А потом я прочитаю что-то более уже близкое к настоящему времени, вот просто по созданию. Ну вот сначала там будет несколько стихотворений юношеских, потом чуть менее юношеских, потом еще чуть менее юношеских. Тихо, только сердце бьется, где-то рядом, за стеной, и далеко у колодца скрипнул город нарезной. Где-то едет электричка, не отсюда, не сюда. Счастье рвется, перемычка очень тонкая всегда. После будет шов умелый, будет тоненький стежок, все покроет снова белый новорожденный снежок. Страшно, вдруг опять порвется на ткани кружевно. Сердце тихо захлебнется кровью, холодом, слюной и безмолвно разобьется. Играй, моя пиликалка, пока всех струн тебе не оборвали, покуда не пустили с молотка последних нот полета и печали. Играй, моя трещоточка, едва ли дадут нам все исполнить, что хотелось. Пусть жарит август и студит январь, ни звуки не изменят нам, ни смелость. Играй, моя наделка, не успеть, ни от мокроты свой очистить голос. Край близится, с обрыва не взлететь. Попробуем с собой засыпать пропасть. Ты, мое чудо, ты, мое чадо, речи за пруду трогать не надо. Ты моя страсть, ты моя совесть, ты моя власть, ты моя вольность, ты моя нежность, ты моя гордость.
Зыбкая вечность, лихая покорность, тихая пеночка, долгая ночка. Ты моя девочка, ты моя дочка. Прикосновение – попытка замаскирована. Рабка смахнет внезапную улыбку, предусмотрительно рука, взгляд ускользнувший в суматохе, дотронется до узких плеч, как фехтование в уроке, размечен график первых встреч. И осторожные рапиры слова при выпадах поют, друг друга пробуют вампиры на совместимость и уют. Висит в пространстве знак вопроса, пятнают небо фонари, в душе недавно безголосый какой-то пламя говорит. И дням подсчет ведется строгий, пока в картине три мазка. Меня ласкает понемногу необоримая тоска. Не сильно жмет, не больно гладит, бесцеремонно и кратко, как пробуждающийся кратер, ошеломительно сладко. Ну, наверное, последнее вот из этой книжки, такое стихотворение, которое называется «В книжном магазине». Что хочу? У незнакомки вырвать имя, и анкор беспредметный и негромкий, с ней затеять разговор. А еще хочу улыбки, гармоничности одежды, невозможности ошибки, исплетения надежд. И, конечно, жажду слова, оброненного, пустяк, только нежного, такого, чтоб заныло в челюстях, чтобы ураган украдкой растревожил бубли, чтобы страсти темно-сладкой мы избегнуть не смогли, чтобы тени улыбались, беспричинно веселясь, чтобы искры на металле вышивали вензеля. Но пока на дне колодца пятки трогает вода, пусть хотя бы улыбнется безымянная звезда, пусть хотя бы что-то скажет и в обители страниц. Сердце ее мне помажет дуновением ресниц. Хорошо, и вот как бы лирический герой немножко вырос вместе с автором. И получилось такое стихотворение, оно называется «Нечто японское». Снег свалится, сном крайность, есть в зиме один изъян, вся вселенная Хоккайдо. Царство белых обезьян, город плач, город стой, небо клонится к реке, улизнувшие от погони, обезьяны пьют саке, ждет погибли сашими, рыбы бархатные лоскут, обезьяны, став большими, с удовольствием живут. Фудзияма пахнет утром, и росы дымится плед, ну а мы носы на пудрив заметем хвостами след. Над порывами бурана светит лунный водоем, а бесснежных обезьян все бормочет о своем, словно ему крыться негде, строит пальцев бахрому, на зверином диалекте непонятно никому. Вот тут будет два триптиха, такие три коротких стихотворения, как бы объединены чем-то, как автору показалось. Первый называется «Конец сезона», его первая часть «Пейзаж». Голый лес, прекрасен пустотой, мелкого снега плотой, скальпелем ветром, листвы пружинящим фетром и медью густой. Темноты подступающий шаль подслащает печаль свободы от горького времени и уходит со скоростью времени двух морщин заострившихся сталь. На развалинах здания наступает пора прощания, на стекле ветровом вытирается рукавом след твоего дыхания. Второе. Молитва. Ее, которую я любил,
пожалей, не губи. Возврати на круги, пусть движения руки снова станут легки, от самой от себя сбереги, защити от потери и боли, от тревоги и вольной, неволи, и нежданной напасти в пути. И, конечно, грехи отпусти. Третье, дождь. Расставание ремесло состоит из нескольких слов, приговора неподлежащего суду, мотора на холостом ходу, взгляда брошенного на часы и разлитой вечерней росы. Был на касание скуп лед шелушившихся губ, и в автомобильном мешке прикоснулась щека к щеке, и не встретились в последний раз траектории сухих глаз. И второй триптих, он называется «20 минут танец», тут как бы промежуточных никаких подголовков нет, я просто буду делать небольшие паузы, но как бы стихи будут разные. Первое. Шею начистил город-курсант, тронула берег задумчивым мраком тьма, пробежавшая по парусам. Последняя ночь. Монако. Фонари сговорились помочь луне, только 20 минут. Даница. Время прощения. Через несколько дней 40 станет ближе, чем 30. Середина жизни, как было замечено Данте. В итоге любые сроки оказываются малы. Полицейские прощали, замахивают аксельбанты. Невидимая граница проходит по центру скалы. Так. 20 минут. Даница. Дождь начинает резвиться. Сталкивая колесницу с серпантина шоссе. Корчевки примасы и лица манят взлететь, испариться и навсегда раствориться в прибрежной камней полосе. А может действительно смыться, чтоб позабыть, распроститься с глазами кофейной корицы, с греха и поста мастерицей, застывшей в стеклянной красе. Молния вспыхнула, блица, надо скорее излечиться. Как можно быстрее разбиться, доехать и снова влюбиться в колдунью, воровку, царицу, опять не такую, как все. Третье. Пальмы, выстроившиеся в ряд, отмечают начало пляжного гимна. Пальмы между собой говорят шепотом градя весеннего ливня. Вот и все. 20 минут и нить. Звезды скользят сквозь небес решето. Нынешней ночью мне кто-то приснится. Я даже знаю, кто. Ну, мы двигаемся уже постепенно к концу. Я думаю, что стихотворение 3 еще нормально. Да, может быть, даже 4 попробуем. 3-4. Как пойдет? Больше не будет. Что за знакомство и что за соседство? Нет от блаженства целебного средства. Видимо, нам друг от друга не деться, словно не хватит обыденных бедствий. Будто нам мало креста и кургана, жгучей зимы, прилетающей рано, неизвимого с детства изъяна, ржавых гвоздей и венков из бурьяна. Мало душе пребывать по нищете и возвращаться домой на щите. Вечер в обиде, а ночь в тесноте. День в глухоте, слепоте, немоте. Снег разрыхляют босые дожди, волосы вьются, забыв бигуди. Но не грусти, а замри, погоди. Главные беды у нас впереди. Меня любила девочка уже не первый год. Казалось это мелочью, но вот засыпан ход пропущенным мгновением. Посреди дорог ее прикосновения я уловить не смог, но более не хлопнула дверями бытия, ее строкой трехстопную спас от смерти я, заткнул словесную веточью расселину огня, вот только жалко девочку, любившую меня. Так, ну и чтобы как бы на... Там есть некое состояние, кажется, что я последний, но чтобы это не было на ноте, грустно, вот будет предпоследнее, немножко такое, повеселее. Называется оно
баллада о вынужденной пересадке, в ней все как бы объяснено, но я как бы какие-то испанские термины, мне страшно, находясь рядом с полумесячным употреблять, но значит, да, да, Коста Браво — это дикий берег, если кто не знает, исходно, по крайней мере, было. Баллада о вынужденной пересадке. В аэропорте Хитроу пот льется литрами. Западные люди, когда их отверблюзят, сразу становятся дикими. Полнят воздух криками и всамделишными истериками. Не видел бы, не поверил бы. Тоже не люблю, когда меня так мусорят. Желаю из Англии на волю. В душе моей закваска капиталистская. Жаждет она, душа, какого-нибудь бисмарка. От возникшей британофобии даже неловко. Вот что значит забастовка. Ох, уже до демократии логово надоело. Хочу немногого. Не Италии с тамошней лазанью, а совместно с паэльей испробовать Испанию. Обозреть дикого берега панораму и в объятии заключить прекрасную даму. Решение принимается в миг, и я еду в аэропорт Гетвик. То есть, не тратя времени на произнесение лишних реплик, я еду в аэропорт Гетвик. А там, это там, одна, как и я, вторые сутки без сна, гуляя по Барселоне, наш отпуск совместный хороним. И вообще, она такая красивая, что не думать о ней у меня сил нет. Вот я и думаю, а мне кто-то рукою не трогаю, чтобы чувств моих укротить восстание, протягивает билет в Испанию. Но с большой заковыкой. А. 12 часов с любимой у меня кто-то заныкал. Б. Хорошо хоть не пить касторку, а просто лететь на Майорку. И только в конце эльфасону меня могут пустить в Барселону, но лишь в ошалении будучи и исключительно после полуночи. И вот. Я сижу в ресторане, дегустирую жидкость в стакане, то есть пью пиво, в состоянии полусчастливом и омлет питательный ем. Хотя не знаю совсем, жизнь покатится, криво или прямо. И главное, где же эта дама? И в барселонском аэропорту применят ли к моему рту? И последнее стихотворение, которым я как бы всегда заканчиваю свои выступления. Так просто уже получилось и пошло. Чашки весов заморозил холод, ярко растягивая на метры, вздернул на дыбу ошпаренный город и отхлестал запоздалым ветром. Вдруг возникает кем-то даримая и застывает, коснувшись виска, необоснованное и немнимое чувство, что перемена близка. Навсегда к этой ночи приклеились ощущения многокрылости, благодарность за свою временность и прошение о милости. А на память осталось вложено в уста немелые слово сие «человек» доказательство бытия Божия получает через собственное бытие. Спасибо. Давид Шрайн Петров родился в 1936 году в Ленинграде, потом долгие годы жил в Москве. В России выпустил книгу стихов и две книги эссе. Провел 9 лет в отказе, был исключен из Союза писателей за желание эмигрировать в Соединенных Штатах с 1987 года. Всю жизнь параллельно и одновременно занимается литературой и медициной. Медициной главным образом как ученый-исследователь в области микробиологии, иммунологии и экспериментальной онкологии. В общей сложности выпустил 23 книги творений, стихов, мемуаров, прозы, среди которых романы Гербет и Нелли, «Французский коттедж», «Искупление Юдина», мемуары «Москва златоглавая», «Друзья и тени» и другие книги, в том числе по-английски книга рассказов «Джона и Сэра», «Иона и Сара». Вы знаете, позавчера на кафедру позвонили и, может быть,
следующий вопрос. Скажите, это правда, что вы будете выступать со своим сыном? Я сказал, да, конечно, правда. Что осталось сказать? Мы придем, сказал голос. Да, поэтому вы, конечно, знаете, что Давид Шевченко мой отец. Я это говорю не только потому, что, конечно, сыну всегда приятно представлять отца, но этот год особенный. Моему отцу в январе исполнилось 70 лет, и особенно потому, что в этом году у него родилась первая внучка, и уже в этом году вышло две книги, среди которых совсем недавно вышедшая книга «Autumn in Yalta», «Осень в Ялте», в которую вошел роман «Странный Дань Рая» и «Три рассказа». Перевод их на английский язык. Давид Шевченко. Спасибо, Максим. Сынок. Я прочитаю сначала стихотворение, посвященное памяти Миши Крепса. Я его знал, видел, разговаривал с ним. И на меня он производил впечатление. Он был похож по описаниям на Хлебникова. И по движениям, по тому, как он по манере общения с ним, мне кажется, он был похож на Ксению Некрасову. Покойный, тоже замечательный профессор. Вот это стихотворение памяти Миши Крепса. «Ты записывал под игромы с прямотой и доверчивостью блаженную. Ты был похож на Витю Хлебникова и Ксюшу Некрасову. Ты записывал зеркальные отражения букв, жептавшихся с берегами Невы, полюсами земли, руками шин, бедрами женщин. Ты был кристаллографом славянских звуков. Природа выбрала тебя, как бересту, для записи палиндромов генетического кода. Но природа пренебрегла абсолютной точностью, приняв тики си за GAA. В глубине мироздания ты можешь беседовать с тем, кто управляет Вселенной, и выяснить, почему он так напутал в твоей жизни и смерти. Я прочитаю сейчас вам из рукописи новой книги, над которой я сейчас еще работаю. Книга будет называться «Некоторая степень тоски по Мессии». Для стихосидов. Даже хасиды, когда они пляшут, плачут, напившись веселого спирта, брызжут огнями, кривлями и слов. Я вырываюсь из тяжких снов. Где ты? Спаси, дай мне ветку мирта, чтобы отбиться от венских козлов. Где? По каким окрестным дорожкам вселенной ты бродишь? В мой сон не приходишь, не прогоняешь убийц. Я по товариществу тоску, нам бы начать дружбу мужскую. Ты отвечаешь, влюбись. Лепит богов, что он лепечет, лопочет, бормочет, не может внятно произнести имя, которое пьет из горсти. Почерк корявый, речи слюнявы, как бы не прочитать, как бы пройти стороной, притвориться, чучело это, заморская птица или нечистый тать. Господи, как бы мне промахнуться, весь океан для тебя ухоблются, негде филюги рыбачьи пристать. Я твой еврей. Когда замерзну окончательно, прильну к тебе, ну отогрей, забудь шагов моих зайчательных, я твой еврей. А это значит, мне обещано грешить и трусить за людей. Приду к тебе, о, моя женщина, я твой еврей. В тебе загублено достаточно навязанных судьбой страстей. Освободись от правды карточных, я твой еврей. Я осознал, в тебе заложено надежды и
вековых корней, страшусь тебе мессии ложную, я твой любимый. Библейские сюжеты. Итальянским художникам было легко рисовать Мадонну с младенцем. 300 000 первых христиан принесли еврейский ген в Италию с Палестины. Сколько моделей переселилось. В кривых переулках Флоренции шли навстречу старики в коричневых мешкообразных пиджаках, в куринских кепках, в носатых лицах и с печальными глазами цвета корицы. Я не знал итальянского, если забыть о дежурных словечках. Привет, доброе утро, спокойной ночи. Был полный, вполне голубой, над крышами, которые сходились трапеции наверху, не пуская итальянское солнце, создавая эффект молельного дома. Один из стариков замешкался, начал вглядываться в мое лицо, засовывать в мешки под глазами мою одежду и там изучать, как старевщик. Он узнал во мне мессию. Мне поручено вывести его из полутемного переулка. Мне поручено погрузить его на корабль. Мне поручено вывести его в Палестину. Он столько веков тосковал по мне, молясь в церкви. Вернуться в Сорренто посвящается книге. Ты хочешь вернуться в Сорренто? В Сорренто? Где каждая крыша бездельем согрета, где бирюзовое лето, но песенка спета и сладкий мотивчик несется вдоль моря, как автомобильчик, и нету скорости страсти запрета. Помилуй, ведь скорость, корысть, гордеца, не плачь, не прячь золотого лица, ты плачешь, а слезы текут на затылке, вином собираешь в болтухе бутылки, ты вся виноградная лозы двойник, я любви твоей вечный должник, твой дневник, склонись, перекинься, лозой опоясь, дождемся мы звездного пляса, тебе перекинутый за спину, место найду с русалками в петербургском пруду, где леший строгает дугу. Но как же Сорренто и красный фиат из черни Тивенского в синей Адриате? Но как же два розовых полукрыла, которыми ночь расцвела? Да, это альбом с фотоснимками жителей в Италии, амуры Италии, лемуры скакать, и эти детали так много сказали, что твой чемодан на московском вокзале приплыл за моим на филюге в Сорренто, где вечное лето, любовью согрето, где нет от желания и страха секрета, уже и наши песни. В ресторанчике над океаном, эпиграф из Глоба. Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели свечи. В ресторанчике летнем играла веселая музыка. Мы сидели вдвоем далеко от оркестра, около аквариумного окна, на песке между темной водой и окном. Бугрились снопы океанского мусора, ковырялась в растениях влажных бессонная чайка. Я тебя пригласил подхватить разухабистый танец с фигурами, рисованием которых был зал до того увлечен, что почти не заметил, как чайка, пройдясь над растениями бурными,
обнажила корзину с младенцем, которому снился египетский сон. Зал не видел. Оркестр наяривал польку, зал не видел корзинку, или что-то похожее, впрочем, не о музыке речь, или что-то похожее на корзинку с младенцем. Настолько ты рванулась из зала, вот только б мессию сберечь, но пока пробегала по улиткообразным ступеням, вышибая подносы, сбивая стаканы, взрывая бутылок толпу, негодяйка судьба взыскала давнишнюю пень, белопенной волной на песке обозначив тропу. Не корзинка, это с хлебом корзинка, не младенца египетского, это чайка копошилась в океанском дереве и вернулась за стол тебе не в новинку посмеяться над собственной шуткой, оказаться в домашней фигне. Да какая корзинка, ты прав, это чайка и волны прибоя. Да какой там прибрежный песок, это улицы провинциальный асфальт. Да какая там книга, да какой там младенец египетский, это наше скитание с тобою по житейской пустыне, где пророчество чистое твое. Еще не оставили, да? Окей. Закат на берегу Тиренского моря посвящается Максиму. Наша компания собралась полуслучайно. Двое из России, трое из Персии, трое из Украины. А до этого мы зашли в супермаркет и купили бутылку Хьянти, огромную, как противоракетная ракета. В определенном смысле наша полуслучайная компания была не так уж категорически случайна, не более чем случайной сиротой в детском доме или женщиной в родильном отделении больницы или солдатом в одной роте. Всех объединяет какое-то похожее несчастье, похожая повинность, похожая мечта, похожий страх. Мы все были беженцами, евреями. Это нас объединяло. Мы все бежали в Америку, спасались от русских, персов, украинцев. Мы все бежали в Америку, как будто бы там обитал Мессия. Это нас объединяло, но не роднило. Потому что у каждого были свои претензии к Мессии. Мы пили вино из бумажных стаканчиков. Евреи всегда евреи. Сохраняют благодать. Хотя нам, русским евреям, приходилось в прежней жизни пить прямо из бутылки. То же самое с украинскими евреями, которые за границей немедленно начинают сходить за русских. Иранцы бежали постепенно. Каждый раз после очередного стаканчика вытирая носовыми платками рты и пальцы, черный песок, песок прибрежья терял свою черноту по мере того, как красное солнце тонуло за линией горизонта. А что, если мы приедем в Америку и достигнем счастья? Спросил один из иранцев. Тогда нам больше не понадобится мессия. Мечта о мессии. Реальное счастье лучше прекрасной мечты, сказал кто-то из русских. У счастья нет будущего, ибо оно проходит, сказал еще кто-то. Было темно, бутылка пошла по кругу. Зачем же вам уехать, сказал один из нас. Чтобы встретиться, сказал кто-то. Женщина весной. Как передать шахматный шаг балерин? Даже не балерин. Женщина лет 20, веник зеленый, путает, как пелерина, шею, плечи, лопатки. Где верное слово найти? В
кто мне подскажет, нет ли травмы такого, верную норму, кто мне покажет, нет палитры надежнее, чем сердце мое, кто остановит модель, да еже повторно, торну тернистой работы, чтобы летающий шаг передать, как священный житель, губы и грудь, шею, лопатки, живот, бедра и ягодицы, словно мультяшный художник, движение по частям нарисовал и целый век наблюдений спустил, чтобы им превратиться в 20-летней женщине, убегающей женщине, улетающей в горы, овал или провал, столь охотничьим псом посреди тротуара, жадным и жалким зрением, шаг убегающий проследит, чтобы припомнить краски звуки весны, улетевший угар, чтобы весенние птицы услышали рассохшиеся клетки. У меня есть еще одна минута? Нет? Нету больше минуты? Одна минута. Что делать? Я не знаю, как зал решить. Мне не нравится. Дело в том, что я два слова скажу. Дело в том, что вот мы сегодня читаем, вспоминаем Мишу Крепса. И вот так вот проходит боль. Мы вспоминаем одного с другим. Я вспоминаю, когда в 62-м я читал Сидоровский, потом переводил в одном издании с Сахмарки, потом вот сейчас читаю такой прекрасной компании. И все это одно за другим. Нет совершенно времени, чтобы остановиться и не быть с кем-то связанным. Всегда ты связан с кем-то. И я прочитаю вам на память о Москве стихотворение «Московский мат». Из книжки «Барабана судьбы». Был март и пятница в Москве, снега кипели на Садовом, ты в комнату вошла, и снега упали облаком на сток, снега на старую тахту, которая в углу стояла, упали облаком на стол, цветы лежали на столе. Был март и пятница в Москве, цветы отсвечивали снегом, фонарь потух, пропел петух на Ярославском электричке, ты в комнате была со мной, а за стеной две истерички считали деньги под луной, таясь от света фонаря. Все зря, твердила ты, решетками загородившись, от истеричек от меня, в решетке пледа спрятав тело, последним петухом пропела тахта, и я забыл цветы в кувшин поставить на столе. Они лежали, иссыхая, ах ты такая несякая, кричала дама за стеной, своей партнерши костяной, а ты ждала бесплатно рая, я умираю, умираю, я умираю от любви. Скажи, ты любишь, я не знаю, ах ты такая несякая. А ты ждала бесплатно рая, снега кипели на Садовом, цветы валялись на столе, валялся плед, кусок поп-арта, пришпиленная кнопкой карта, метро качалось на дверях, свет фонаря свалился в лужу. Я спросил измены глуши, зачем ты мучаешь меня, зачем ты мучаешь, ведь любишь, зачем уйдешь, не позабудешь. Зачем иссохли на столе, зачем кипели, чтобы грязью, зачем решетками, когда нет слаще наших тел сгорают, зачем твердила умирает, зачем ждала бесплатно рай. Спасибо. Я бы хотел справедливости ради, чтобы каждый из выступающих прочитал еще по одному стихотворению. Надеюсь, что они согласятся и попадут.
А после этого у нас будет возможность задать выступающим вопросы и потом, конечно же, познакомиться с их книгами. И Леонид Булатов. Я получил разрешение говорить, прочитать стихотворение. У него была книга, есть книга, Вилла Боргезе. И я привязался к первой строчке этого стихотворения, которое было таким. Случались собаки на Вилле Боргезе, случались в том смысле, что обитали. Ну, я не мог покинуть. Это очень сложно. Я, конечно, не один, но вот не прошло. Антонио Конопова, Паулина Бонапар. Ну, вот я не буду рассказывать про Вилла Боргезе. Пока я почитаю. Вдыхал в мини-вале, преклоненно коленный, карарского мрамора воздух, как новый, прекрасный прообраз, прекрасный елен, с парисовым яблоком вяной коровой. И Алену будем не сделать кино по фабуле той, что случилось бы из-за того, что на Вилле случился канон. Тот самый Антонио из классицизма. Мария Павлова, Мария Павлова, почти Казанова, мужеского пола. Секунду дела, а любовникам время, ее возносившее прямо к Астарте, так било ключом Бонапартова семя, в отличие от самого Бонапарта, Париж и сегодня звучит куртуазно, а пола Паолы глоток ритуала. На Вилле Боргезе богиня оргазма случалась, и в смысле, что обитала. Паоле фанеры кефара Орфея, она и в Редике сама антитеза, от века дано возлежать на Софии уже экспонатом на Вилле Боргезе. Другие умы серьезно хотели умножить случившийся пир гениталий. Теперь и собаки случались на Вилле. Случались, а все остальное детали. Я вам прочитаю про любовь, написанное очень давно стихотворение. Что с тобой происходит? Ты смеешься или плачешь? Жизнь с вами несет вдоль. День за это сердце носит. Происходит мир матерый, дня разлива, ночи стушка. Происходишь ты, с которой я теряюсь, как мальчишка, говорю о чем-то очень незначительном по сути. А куда-то вдоль обочин наше время строит вертут. Это длительные кратки, как с тобой, губы в губы. Жизнь – смертельная догадка, в этот миг идет на ум. Девушка, я же мой кончал, чем факел был еще до войны, потом воевал как переводчик. То есть он вещал мысли солдатам, что они должны капитулировать, они за это как бы радостно по нему стреляют. Так вот его двое любимых как бы одногруппников жили здесь в Бостоне, вот эта дама прочла и сказала: Петя, надо доделывать. Я говорю, так как же мадам его доделать, я это написала. Тогда это было 8 лет, а сейчас гораздо больше. Она сказала, а вот ты перечитывай, вспомнишь, как ты себя чувствовал тогда, может быть, и получится дописать именно в том же самом стиле. А иначе, говорят, черт, ну, как бы, работать-то надо над собой. Вот, я поработал. Единственное, что там несколько стихотворений
по-моему, улучшилось, в том числе вот это. Вот в этом зале есть моя сестра, она когда это слышит, она слышала первый вариант, она кричит: «А, ты исправил!» Она помнит первый вариант, больше никто не помнит, поэтому я могу читать. «Мне снилась женщина одна, похожая на лист осенний, хоть мысль Божья в том видна, не разберу ее сплетения. Мне снилась женщина, тогда она была ничуть не лучше, и улыбку без труда я выжимал, как сок из груши. Есть доступ у того лица в мою затихшую обитель, ведь сон тяжел у беглеца, и с ним приходит посетитель. Застыл немой в сознании знак и тянет цепь воспоминания в тоскливый топкий год червяк. Он назначает мне свидание. Любовь меняется с тобой, она тем горше, чем ты старше. Путь приукрашивая свой, мы кроссы превращаем в марши, и доблести свои себе втолковываем непрестанно, и в неуверенной мольбе хотим защиты от обмана и разрешения надежд. Живем в вечном ожидании. Не снилась женщина, из вежд ее лилось непонимание. И после с тщанием знатока все ловишь звуки у колодца. Мне снилась женщина, пока я не умру, она смеется». Спасибо. Я говорю, это всегда плохо, когда сын устраивает вечер, а ты зависишь от него. Хотя он меня очень любил. Стихотворение называется «Белая ночь». На крыльях бумажных черемок чумных летает белая ночь. В небе тесенки рубашек ночных летает белая ночь. Скользит по Неве трамвайчик речной, летает белая ночь. Ты уплываешь белой волной, летает белая ночь. На крыльях белесых черемух чумных летает белая ночь. В белом кипении струй водяных летает белая ночь. Ты улетаешь на крыльях черем, летает белая ночь. Ты уплываешь в море с варьем, летает белая ночь. Ты улетаешь на крыльях бумаж, летает белая ночь. Ты уплываешь курсами краж, летает белая ночь. Белая ночь на крыльях чумных, летает белая ночь. Это сирена в рубашках ночных, летает белая ночь. Это сирена в рубашке ночной, летает белая ночь. В дыме черемух играет со мной, летает белая ночь. Ты сирена, и в парусах летает белая ночь. Ты в парусах, голосах, волосах летает белая ночь. Как же когда в парусах и черемух летает белая ночь? Как же я встречусь, когда мы умрем, летает белая ночь. Вопросы, а после этого будет книжный ярмарка. Пожалуйста. Ах, что за вечер, что за холл? Народ спеша сюда пришел, вот-вот прекрасно вкусил, как обаятелен Максим. Он вдохновляет словно рок, Максим и миска Полиндром. И замер восхищенный холм, забыв про всяческий плаёк. Слова поэзии чисты, как на трибуны кресты. Суд над поэтами верша, им поклоняется душа. Спасибо. Вопрос.
что ж, ну давайте сделаем следующее. Вы, пожалуйста, не уходите, потому что самым непременным условием нашего выступления является книжная ярмарка. Сейчас авторы разложат свои книги. Сейчас, я тут говорю. Разложат свои книги, и вы сможете к ним подойти, смотреть и пощупать эти книги или приобрести. Рита, пожалуйста, вопрос. Просьбу. Да. Это не стихи памяти Бродского, а это некоторые размышления о поэзии. Я очень поздно прочитал. У меня есть одна такая нехорошая черта – не читать сразу то, что читают все. Вот. Это плохая черта. Я «Мастер и Маргарита» прочитал в большом опоздании, но на всю жизнь ополоумил от этого романа. Вот. А Бродского я впервые услышал то ли по радио «Голос Америки» или по радио «Свобода». Он там читал одно стихотворение, я забыл название. Есть строчка: «Вещь не скажет ее твоя мать». Вы не помните, как это говорится? Нет? Вот. И я его полюбил. Я его полюбил вот с этой картавинки, его голоса. Голос совершенно выражительный. Хотя он приезжал в Москву, и он перевел несколько поэтов с испанского языка по подстрочнику. Я должен был как-то с ним столкнуться, но не столкнулся. Но потом написал статью в журнале «Латинской Америки», «Америка» о нем как о переводчике. И мне очень дорого, что Лев Лосев, который я очень люблю, замечательный совершенно поэт, вот, он знает об этой статье, даже мне здесь отксерил, она у него была, эта статья. Ну, поэтому это какие-то размышления, скорее. Это стихотворение посвящается Виктору Кулле. Это очень известный исследователь творчества Бродского. Сейчас я найду классическое время, ваше внимание. Рита всегда спросит что-нибудь неожиданное. Сейчас. Ну вот. Да, у меня на тему стихотворения взяла интервью Кацева Марина. Она каждую строчку как бы ела и спрашивала, почему вот я об этом написал. И мне очень трудно было с ней беседовать. Вот. Тут упоминается Цветаева, она как цветоевед, тут же, значит, вот стала про это спрашивать. Ну вот, все еще свыкаются со смертью Бродского, сокрушаются, на чужбине лежит Бродский. Не было в нем ничего такого уж Бродского, разве что Цветаевский забор, но потише. В пору сутулой оглядки на главные лица кому-то надо было быть прямее и строже. Вот ведь столько обид, и всерьез не озлиться. Впрочем, озлиться себе дороже. Бытие для мыслящей плоти мгновенно, перед уходом не успевает порой и присесть. Он тот, кто должен был быть непременно. Без него мы не поняли бы, кто мы есть. Уж так наловчились бить музу в подвздошье, но славный язык ему стал поэтами дорожить. Нобелевские лауреаты обычно живут дольше, а этот с вечностью пустился дрожить. Ну хорошо, тогда обязательная программа завершена, а теперь наши выступающие представят свои книги, пожалуйста, подходите к ним, они их скупают книжки, вот здесь, прямо здесь, это будет своего рода прилавком. И большое спасибо, что вы пришли. Спасибо.